48-летний Илон Маск готовится стать отцом. 31-летняя певица Граймс выступила с неожиданным заявлением. Звезда призналась, что не собирается делать акцент на поле будущего ребенка. Она хочет предоставить малышу право самому выбрать свою гендерную принадлежность. Возлюбленная основателя Tesla и SpaceX подчеркнула в Twitter, что будет обращаться к ребенку не он или она, а они. Таким способом малыш сможет сам определиться с полом. Исполнительница призналась, что собирается воспитывать ребенка в лесу, чтобы он не стал испорченным. «Наверное, мне придется периодически отправлять их, чтобы они жили в лесу с моим дедушкой, чтобы они не были слишком испорченными», — поделилась звезда. Она отметила, что в лесу гораздо спокойнее. В большом мегаполисе ребенка бы подстерегало много соблазнов. Недавно возлюбленная Илона Маска рассказала о сложностях беременности. Предприниматель забавно потроллил британскую королеву. «Посмотреть на звезд, которые дважды женились на одном человеке, можно здесь».